Сотни жителей пригородов Мосула стараются завладеть коробками и пакетами с гуманитарной помощью. Правительство Ирака отправило в освобожденные от исламистов пригороды несколько грузовиков с продовольствием и предметами первой необходимости. Операция по раздаче гумпомощи обернулась хаосом. Военные не смогли, как планировалось, организовать очередь и поддерживать в ней порядок. Несмотря на продолжающуюся военную операцию, в городе по-прежнему живут более миллиона человек. Продвижение к центру Мосула становится все медленнее, поскольку исламисты пытаются прикрываться мирными жителями, и войскам приходится все менее полагаться на бездумное использование оружия. Постоянно растет число иракцев, покидающих город. С начала ноября из Мосула ушли 40 тысяч человек, более половины из них – дети. Тем временем правительственные силы готовятся к штурму города с южного направления. Отрядом полиции при поддержке бронетанковых частей уже удалось взять под контроль несколько южных предместий.